run. Привет, друзья и подписчики! Я снова в Баташах, на историческом месте, где агенты Газдепа ломали асфальт во время митинга коммунистов. И потом неизвестные предприниматели за свой счет чинили дорогу. Надеюсь, городу этот кошмар не стоил ни копейки. Но, как я и говорил в своих репортажах, место здесь проклятое. Асфальт здесь сделать не удастся, тем более используя вот этот вот инновационный материал, который они использовали, да, который в печах Чермета как-то там производят. К сожалению, он не подходит для организации дорог в таких местах. И посмотрите, что у них получилось, у этих ребят. Ну, вот трещина на новом асфальте. Ну и даже она под моим весом проминается. Ну и, наверное, можно ее расковырять, посмотреть, что там внутри. А, ну, асфальт они тоже весь, к сожалению, украли. То есть это не асфальт, а непонятно что. Расковырять его можно голыми руками. Ну, я думаю, видите, что предприниматели, которым поручили ремонт этого участка, они несколько переоценили свои силы, да, и сделали непонятно что, что можно руками расковырять. В детстве я видел в Советском Союзе такой асфальт. Слезть он должен с ближайшим дождем. Вот. Ну, что ж делать? Такая у нас страна. Только хозяева собственности поменялись. А технологии, как мы видим, остались, как от Советского Союза. Руками можно асфальт разломать. В общем, позор ворам, которые украли здесь весь асфальт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки и до новых встреч!